Только что закончился матч «Газпром-Трансгаз» против РПМ. «Газпром-Трансгаз» выиграл со счетом 3-2. Со мной Рустам Рамазанов. Привет. Расскажи, как прошла игра? Игра была тяжелой. Ну, ребята тоже, видно, сыгранные между собой. Ну, выиграли. Победа есть победа. Как вообще увлился в новый коллектив? Подошли ребята, скажем так, по стилю? Да, конечно, мы знакомы с этими ребятами. Не играли, конечно, вместе, но были знакомы. Сейчас потихоньку и от игры к игре налаживаем отношения на поле. Почему Ильбин не приехал в этом году? Ну, у Ильбина что-то финансовые сложности возникли сейчас. Ну, думаю, все поправимо. Думаю, на КФЛ мы приедем своей командой. Как оцениваешь вообще свои шансы команды на победу? Я не буду говорить, что мы явные фавориты, но любой команде будет с нами тяжело. Спасибо большое, вам удачи. Спасибо.